Ребята, Калей, она готова. Дуэль, встреча. Великолепный, кстати, персонаж. Просто великолепный. И я думаю, колода у нее будет офигенно крутой. На картах что-то написано. Неважно, я сделаю все возможное. Поехали, поехали. Конечно, сыграем. Базовая колода, как обычно. Нет, Синьянь, как же я не люблю это. Ребята, у нее колода невероятная. Понимаете, огонь, вода и плюс дендеры. Там такие можно элементы создавать. Это просто ужас, конечно. Такс. Артефакт с одного... Нет, вообще, на самом деле, я думаю, что можно сделать вот так вот. О, нет. Это будет очень сложная битва. Какая же это будет сложная битва, ребят? Если бы только знали бы. Ну, давайте с нее начнем. Мне кажется, это лучший вариант. Мы будем мешать ей бить теми персонажами, которыми она планирует. Это, по-моему, самая лучшая тактика на самом деле. И она вообще работает на любую колоду. Я имею в виду... Если я против вас компьютер, конечно. А не живой человек. Так, окей, смотрите, видите, что это делается, да? Видите? Вы просто посмотрите на это. Я не могу никак усилить, ничего не могу сделать, поэтому просто бьем. Она будет сейчас переключаться на нее, да? У нее всего 10 дайсов. Один дайс она сейчас потеряет, да? Или нет? Хорош, когда ты сделаешь вот это мне страшно становится. Хватит своими картами-то и пользоваться. Она что-то пошло не так, я не понял. Ой, слушайте, ну, по-моему, здесь ситуация накаляется. Вы понимаете, да, в чем дело? Мне здесь нужно немножко... Так, смотрите. Я не хочу, чтобы она сейчас огнем ударила. Такс, понимаю тебя. Видимо, прям, ну, серьезно. Противника бьёли конец ходом, понятно. Кстати, это самое ужасное, что могло произойти. Я не знал, что можно это сделать. Ну, ладно. Такс. Хорошо. О, Тимми. Тимми. Томми, Тимми. Как его зовут? Томми или Тимми? Тимми, правильно. Вопрос, переключится ли она на... Вообще, какая разница, если она даже переключится, я заставлю ей просто переключиться на другого персонажа? Прекрати. Ты пугаешь меня. Вот видите, она хочет сделать мне больно. А, ну она, кстати, может и сделать мне больно, реально. Так, может быть, усилить ее на самом деле, да? То есть мы можем сделать 3 плюс 3, 2 у нас остается, мы можем кого-то усилить. Усилить мы можем, да? Стоять. Трешка. Трешка. Усиливаем. Поехали. Делаем вот так вот. А, ну она сейчас реально же своими дендерами, там цветение какое-то будет, да? Хотя она может захотеть переключиться, да? О, пошло, пошло дело. Вот как я не люблю вот эти вот прям... карты с какой-то регенерацией. Это какое-то безумие. Я не знаю, как это назвать еще. Так, а если мы сейчас на кого переключимся? На следующего, да? Да, ну я думаю, что лучшим вариантом, конечно же, будет нам поставить ульту, да? Так. Он объявил конец хода, да? Она будет бесконечно лечиться. Просто бесконечно. Бесконечно. И посмотрите на количество карт. У него 6 штук в колоде дополнительно. Ведь явно что-то она замышляет. Опять Анема? Да, серьезно? Она сейчас будет первой бить, да? Щит поставила, да? Щит поставила. Атаку еще поставила. Лук кого-то там. Но это больно. Это больной лук.
Так, а мы можем сделать что-нибудь приятное такое, нет? Ничего не сделаем, мы можем только переключиться, по сути. Ноль. Да, давайте переключаться. Серьезно? Погодите. Когда вы используете навык, в следующий раз ваш следующий персонаж становится активным, да? Это оно? Или это оно? Это тот случай, ребята, это тот случай. Поехали. Ну, получается, на самом деле, очень забавная ситуация, да? Рассеивание будет какой-нибудь? Например, ты... А, ты... Все понятно. Полная бессмыслица. Ух. О, подождите, а это лечит, да? А, это восстанавливает. Это то, что нам понадобится. Потому что сейчас будет очень больно. Слушайте, они ее так бафают. Ну, слушай, это щит, еще что-то. Обычная атака. Мне, видимо, будет очень больно, если она свою ульту поставит, да? Офигеть, вообще ноль. Просто ноль. Просто. Если я переключаюсь, допустим, да? Она не даст мне провести все-таки все эти манипуляции, я чувствую, да? Вообще не даст. Будем надеяться, что просто у него нет ульты на самом деле. Я очень надеюсь, что у него дайсов не хватит на ульту. Так, отлично, он переключается, это уже хорошо. И мы ее убиваем просто. Мы просто ее убиваем. Ничего, давай играть дальше. А тебя я с обычной атаки убью, или ты хочешь переключиться? А, ты смотрите-ка. А что за ульта у нее? Нельзя проиграть. Кошачье сокровище. Что это? Офигеть. А, я понял тебя, друг. А, я тебя понял, слушайте, но это интересно, это интересно. А, что мы можем сделать? Я чувствую, что нам надо добивать ее, потому что чем быстрее добьем, тем лучше. Капец, просто, просто капец. Она его сейчас убьет. Даже не она сейчас убьет, а вот это существо, да? Жесть. Жесть. Но сейчас либо я добиваю, либо просто я проигрываю. Тут одно из двух. Отлично, у меня получается. Противник начинает. Пятый раунд. Так. Поехали. А, что ж мне так не везет, а? Так я же ее добью сейчас, да? Есть, отлично. Это было круто. Но она, кстати, меня реально удивила со своей ультой. Мне было интересно посмотреть на нее. 3 из 3 мы и победили. Мы получили ее, наконец-то, карту. А, хорошая карта, я советую ее брать, если что. А, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. В чем же я ошиблась? И также смотреть видео до конца. Ну и подписываться на канал Xenerotube, ребят. Там исключительно уникальные люди туда подписываются.
Так, ссылочка в описании к этому видео. У нас остается такой Барбара и Сайна, это в следующих сериях, ребят. Увидимся, пока-пока.